Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым боксом. Он рублевый. Руб Хитс АДС. Так вот он выглядит, друзья. Здесь последние выводы. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Значит, он точь-в-точь похож, друзья, вот на этот бокс Earn Free Centos. Здесь, оказывается, мне написали вот в этом боксе комментарии, два комментария, но они одинаковые. То, что на бесплатном аккаунте, как бы, статус free, здесь минималка, сколько у нас здесь минималка, 1 цент, нужно сделать, по-моему, 100 кликов. Вот. Ну, делайте 100 кликов, пробуйте, набирайте 100 кликов. Я об этом не знала, честно говорю. Так как, когда я здесь зарегистрировалась, я пошла на апгрейд и посмотрела, сколько стоит здесь апгрейд аккаунт. Вот. Ну, минималка 1 доллар. И я сразу же закинула 1 доллар и начала просматривать рекламку, думаю, чтобы на начальной стадии. Поэтому мне был сразу доступен вывод, да? И я преспокойно с него выводила. Вот я рискнула 1 долларом. Я никого не призываю вкладывать. Боже, избави. Набираете там сколько надо кликов. И преспокойно уже можете потом уже выводить денежные средства. Минимум 1 цент. Вот. Вернемся к этому проекту. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Имя, фамилия, электронная почта, логин, два раза пароль. Галочка уже стоит по умолчанию. Разгадываем капчу и заходим в аккаунт. Вход по логину и паролю. Значит, я еще вот только что я зарегистрировалась 20.07. Баланс у меня по нулям. Здесь я также буду делать апгрейд. Опять же таки, боже избави, работайте на бесплатном аккаунте. Так как не приведи Господь, я рискую своими деньгами. Потеряю, значит потеряю. Вот, вкладочка вывод. Здесь вот, когда будет сумма, и работает только платежная система. Вот давайте пройдемся по вкладочку. Значит, пополнение здесь. Также Спайра. Апгрейд аккаунт у нас. Значит, мы на статусе free. Я вот на данный момент. Минимум 1 рубль на всех апгрейдах. И первый апгрейд стоит 10 рублей. Вывод инстантом. Второй 50, ну и по нарастающей. Вот. И также здесь нет, чтобы с аккаунт баланса пополнять. Вот. Я сразу же пополнюсь. Что я пополнюсь? Вот. На 10 дней. Обратите внимание, здесь 10 рублей на 5 дней. Ой, 5 рублей. Нет. Да, 10 рублей на 5 дней. 50 рублей на 10 дней. Ну и так далее. Секундочку. Давайте я сразу пополню баланс. Вот я выбираю за 50 рублей на 10 дней. Апгрейд аккаунт. Так, вот Payer. Работайте без вложений. Если вам скажут там, как бы, сделать столько-то кликов. Ну, если хотите, делайте, работайте. Нет, значит нет. Никто никого не принуждает. Вот, это интернет и дело добровольное. Вот, не, боже упаси, чтобы, не дай боже, вы пополнились, а потом бац, и как работает, так и не работает. Вот, вот 10 дней. И теперь я пойду просматривать рекламку. Так, не туда я нажала. Это сетка Earn рубли.
И что у меня вот здесь по 1,5 рубля? Я сразу же проверю его на вывод. Ну, давайте одну короткую рекламку просмотрим, чтобы вам показать. Давайте, что? Вот загружается шкала. И все, нет ни капчи, ничего. Ну и следующее. Поставлю на паузу и просмотрю всю рекламу. Я просмотрела всю рекламку. Вот это у меня не просматривается. Перебрасывают просто на сайт. Возвращаемся в кабинет и смотрим, сколько у меня на балансе. У меня на балансе 6 рублей. Так, далее что у нас? Вкладочку «Вывод» я показывала. Давайте сразу поставлю на вывод и пройдемся. А, нет, на вывод, друзья. Идем в персональные настройки. Я же только зарегистрировалась. Здесь я прописываю Pair кошелек. Здесь пароль, который я указывала при регистрации. Сохраняем платежные реквизиты. Не сохранились. Вот гляньте, что у меня здесь. Вот так. Вот так. Угу. Теперь сохраняю. Все, я сохранила платежный реквизит. Теперь иду выводить денежку. Вот у меня сумма уже стоит по умолчанию. Нажимаю вывести. И что мне здесь написали? Перевести на русский. Успех платеж на счет. Ту-ду-ду, ля-ля-ля, тополя. Так, ладно. Это я вывела. Сейчас зайдем на Pair и посмотрим. Здесь вкладочка «Баннеры» находится наша партнерская ссылочка и два баннера. Здесь «Шарс» я сюда не пойду. Настройки я вам показала. Ну, здесь для рекламы. И вывод «История» идем. Комплект. Идем теперь на Pair. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, 5,70. Платит инстантом. 20 июля перевод выполнен. 5 рублей 70 копеек. Вывод. Рубхитс АДС. Платит. Далее идем вот на домашнюю страничку. И что у нас здесь? А вот мой логин. Юзернейм. И 5,76 байт. Вот. 1 минута назад. Как бы. Ну что ж, поработаем, посмотрим, как он себя поведет. Имеет смысл здесь работать. Как я уже сказала, повторяюсь, друзья, не рискуйте своими денежными средствами. Работайте без вложений. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!